Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам об онлайн-брокере, с которым можно торговать различными финансовыми инструментами, в том числе и криптовалютой. Но это будет не очередная криптобиржа, коих я обозревал уже более десятка. В этот раз у меня на обзоре нечто более интересное. Речь сегодня пойдет о компании A-Markets. Это международный онлайн-брокер, который дает своим пользователям возможность торговать не только криптовалютой, но также и множеством других активов. Это акции зарубежных компаний, металлы, товары, индексы, ETF и так далее. Суммарно в листинге A-Markets имеется примерно 250 активов. Торговать ими можно со спредом от 0 пунктов и со скоростью исполнения ордеров от 0,3 секунды. Причем для трейдеров доступно еще и кредитное плечо, размер которого тут может достигать 1000 иксов. И это еще не считая удобной возможности торговать через профессиональный терминал MetaTrader 5, который зачастую неудобен на криптобиржах. А если вы являетесь новичком в мире трейдинга, то A-Markets может стать для вас отличной точкой входа в эту тему. Тут имеется русскоязычный интерфейс, множество обучающих материалов, различных торговых идей и даже демонстрационный счет, который позволит вам отработать ваши торговые идеи, не рискуя реальным капиталом. И кстати, у A-Markets действует специальная акция, согласно которой вы можете получить реальными деньгами всю прибыль, которую сможете наторговать на демо-счете за первые 5 дней его использования. Помимо этого, у A-Markets есть еще и различные другие фишки, вроде кэшбэка вплоть до $17 за каждый отторгованный лот. Но, конечно, сложно отрицать, что трейдинг – это довольно сложное занятие. И чтобы начать получать тут стабильно высокий доход, перед этим надо пройти обучение и наработку опыта. Хотя, конечно, такому подходу есть и альтернатива. Речь идет о так называемом копи-трейдинге. То есть вместо того, чтобы самостоятельно проводить аналитику и заключать сделки, вы можете доверить это дело профессионалам и просто в автоматическом режиме копировать всех их сделки. Для этого не нужно будет отдавать другим трейдерам свои деньги. На платформе копи-трейдинга A-Markets RAM все реализовано максимально удобно и безопасно. Находите подходящую вам стратегию, подписывайтесь на нее, выделяя для этого определенную часть своего депозита, это не менее $100, и начинаете копировать сделки. Но при этом ваши деньги продолжают находиться под полным вашим контролем. Хотя, конечно, безопаснее будет выбирать не одну стратегию, а сразу несколько. Благо, что A-Markets предоставляет достаточно сведений о всех стратегиях, такие как прибыльность, возраст, количество подписчиков и так далее. Поэтому любой желающий сможет найти наиболее подходящий для себя вариант. Отмечу, что на сегодняшний день в RAM нет криптовалют, но это не мешает платформе быть прибыльным инструментом. Доходность некоторых стратегий превышает 100%. А всего в сервисе доступно более 500 стратегий. Ну, разумеется, что за просто так опытные трейдеры не будут публиковать на платформе копи-трейдинга свои стратегии. Каждый автор стратегии берет себе комиссию от части прибыли подписчиков. Поэтому, если вы сами являетесь опытным трейдером, то можете существенно увеличить свой доход за счет комиссии с прибыли ваших последователей. И напоследок хотелось бы затронуть вопросы безопасности и надежности A-Markets. Данный брокер успешно работает с 2007 года, то есть уже более 15 лет. Компания A-Markets является членом The Financial Commission, международной организации, которая помогает защищать интересы трейдеров. Благодаря членству The Financial Commission, каждый пользователь A-Markets в случае торговой претензии может получить компенсацию до 20 тысяч евро. Помимо этого, деятельность A-Markets находится под контролем аудитора Verify My Trade, который ежемесячно анализирует всю торговую историю брокера. Так что если вас заинтересовал данный брокер, то все необходимые ссылки для более подробного ознакомления с A-Markets вы сможете найти в описании под этим видео. Только не стоит сразу бросаться торговать на все свои сбережения. Трейдинг – это все-таки довольно рискованное занятие. Поэтому для начала все изучите, освойтесь и только потом начинайте потихоньку торговать.
На этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.